Всем привет, мы с вами снова играем в Sims 4 Вампиры. Калеб долго размышлял о том, кто может стоять за всеми этими преступлениями, за беспорядком в городе, за порождением новых опасных вампиров, у которых вообще нет самоконтроля. Он пытался найти какие-нибудь зацепки, сопоставить какие-то факты. Он вспомнил, что когда он был в первый раз в полицейском участке, когда он хотел посмотреть тайком документы, то Джейсон, ну, этот полицейский, уже был под гипнозом. То есть Калеб ему уже, ну, он ничего ему не делал. И там был Владислаус. Я, кстати, не знаю, вы это заметили или нет. Я не помню, какая это серия, но я там оставила кусочек, что вы Владислауса немножечко так увидели. Потом Калеб вспомнил про всякие поездки длительные Владислауса, непонятно куда. И поэтому Калеб думал, что все-таки, наверное, это он во всем виноват, он за этим стоит. Также сначала похитили Лилит, а потом было нападение на Калеба, это тоже заставило его задуматься. А огромный плюс Владислауса был в том, что он был самым могущественным, самым сильным вампиром, и никто не мог ему перечить, все его боялись. И когда он понял, что Лилит становится сильным вампиром, и что Калеб начинает его побеждать в спаррингах, он немножко испугался, что его место может занять кто-то другой. Поэтому он и его помощники находили обычных людей и тренировались на них, они из них пили кровь, ну и потом, соответственно, персонажи эти умирали. На самом деле Владислаус никогда не был хорошим вампиром, и он пришел к такому могуществу темными путями. И об этом нам Оливия много раз говорила в самом начале, когда Джейн еще жила в их особняке в подвале. В общем, Калеб позвонил Джейсону и рассказал о своих догадках. Джейсон решил, ну почему бы не съездить к нему домой и просто посмотреть, все ли там в порядке, если все тихо, то просто отправиться домой. Но они обнаружили загипнотизированных персонажей и, конечно, Владислауса с Эмилией. Эмилия сразу поняла, что что-то, ну, все не к добру, и просто сбежала, улетев. А Владислав уже стал оправдываться, типа, это все вообще не так, как вы думаете. Но Калеб был просто шокирован, так как он считал Владислауса своим другом. Он считал его примером для подражания, самым сильным, таким великим вампиром. А он оказался просто ужасным и столько бед принес всем людям. После того, как Владислав загипнотизировал 4 персонажей, которые были там в этой комнате, в его доме, у него практически не осталось никакой энергии, и плюс еще драка с Калебом забрала остаток сил. И поэтому у Калеба и полиции, ну, все получилось, они его задержали, потому что если бы Владиславс был в силах, то он бы просто мог улететь, как Эмилия, и ищи-свищи его. Полицейские уехали, и Калеб уже собирался домой, но тут встретил вампиршу ту самую, которую мы встречали уже достаточно много раз. И, конечно же, завязалась драка, Калеб победил, но так как он был уже уставший, плюс Владислаус нанес ему кое-какие травмы, еще и эта вампирша, в общем, Калеб домой не вернулся. Так что да, мы начинаем играть, и сегодня у нас снова все грустные, у нас сейчас почти 6 часов утра, давайте мы посмотрим, как у всех дела здесь, включаем время. И Оливия грустная, мне не нравится ее вот этот наряд. Давайте мы сменим одежду на какую-нибудь. Ой, какие тут странные одежки. Давайте вот это наденем. Оливия повременила пока с переездом, потому что сейчас Джейн нужна помощь. Так, игра. И Джейн решила сегодня вечером отправиться в тот подвал, посмотреть, может быть, Калеб там, ну, в том подвале, в котором она была в самой первой серии этого летсплея. Плюс, сейчас нам так еще рано, хотя 6 часов, я не знаю. Давайте попробуем. Так, позвоним. Ну, как будто бы нам Джейсон позвонил. Эй, он спит. Ну, чё ж теперь. Ну, в общем, прошла уже где-то неделька. Вот, Калеба все нет. И, конечно же, все волнуются, не знают, что делать. Джейн, конечно же, сообщила Джейсону, но это сейчас она очень странно взяла ребенка сейчас. Вот, но Джейсон сказал, что он делает все возможное, и он не знает, что произошло, потому что, ну, в общем, все было нормально, когда они уехали, и они вот его оставили, в общем. И Джейсон сказал сегодня приехать в тюрьму к нему и убить
Владислауса, убить вам... в нем вампира, можно сказать. Но для этого нам нужно сделать лекарство от вампиризма, поэтому я сейчас куплю барную стойку. Ну вот, давайте возьмем вот это, мы в любом случае продадим. Но, скорее всего, у меня нет ингредиентов. Сейчас я посмотрю. Ну, естественно, что нам нужно? Чеснок и кровавый плод. Ё-пересете. А у нас тут нету плодов. Оно как будто бы... засохло, как будто бы. Пойдемте польем слезами. Жесть. Вот это дерево. У Калиба было много плодов таких. Сейчас я посмотрю. У нас два. Ну, в общем, мы полетим в Forgotten Hollow. Там найдем, конечно. Но, блин. Это так себе. Так, у ребенка с питанием не очень. Вот нужно с Дэниелом пообщаться. Тоже посмотреть, как у него там потребности. Сейчас она польет. Я хочу посмотреть. Но, блин, это... А, она уже все, она не хочет уже плакать. Давайте мы польем, потому что, блин... Да, видите, что тут творится. Удобрять мы не будем. Пойдем к нашему ребеночку. О, он кричит, кричит. Тут посмотрите, наш малыш кричит. Бежим. Не знаю, что он хочет, но мы сделаем все, что можно. Побаюкаем, поворкуем, поговорим, покачаем. Ну и все, в принципе, мы больше не можем делать. Так, ну ты не грусти, все, мама уже бежит, бежит. Так, все. Так, и ребенка моего покормить нужно, а то. Вот голодает. Так, пойдемте мы что-нибудь приготовим, может быть. Вот Оливия куда-то пошла. Танцевать она пошла. Я думала, пошла что-нибудь готовить. Ага, конечно. Кстати, у нас, по-моему, там куча еды в холодильнике, если я не ошибаюсь. Давайте вот это мы уберем. И взять еду для Лины, да. Что у нас здесь? Ну, это вот то же самое. Я хочу что-нибудь интересненькое. У нас здесь была куча всего. Давайте посмотрим. Телепии. Вот, давайте вот это возьмем. И Лине дадим вот эту вкусноту. Она сама не может взять, да? О, она сама может взять. Пусть ее берет, потому что, ну, умирать здесь не надо. Давай, беги, мое дитё любимое. И, кстати, день рождения будет у нас в следующей серии. Либо... Стоп, оно хорошее качество. Да что ж ты будешь... Или она сейчас поет вся это и будет есть. Вот, скорее всего, следующая серия, потому что, ну, все, пора. И неважно, какие там обстоятельства, день рождения, вот, и все. Ой, ты моя злайка. А что ты сердитая? Вот, все. Дайте-ка я пофоткаю. А то у меня вообще ее фоток нету. Я люблю так фотографии. Капризная, кошмар. Вот, как настоящий ребенок. Все, ладно, достаточно. Так, с естественной нуждой не очень у нас. Сейчас мы там приберемся немножко. Джин приберется, точнее. Пойдем потом на горшок. С ребенком все хорошо, он теперь у нас спит. Она хочет пожертвовать деньги. Нам нечего жертвовать, если честно. У нас жажда, кстати говоря, поэтому пойдем возьмем этот пакетик. Так, она пошла выплакаться. Короче, жизнь у нас нормально, не бывает ничего. Да, пусть она поплачет, и потом пойдем вот это вот выпьем. Крошку. Сейчас я дождусь, чтобы она не отключилась. Может, станет получше. Так. Ну, в принципе, это сейчас уже пройдет. Давайте мы уберем еду вот эту. Поставить на место. Так, я сейчас, наверное, уже отправлюсь тогда в Forgotten Hollow, чтобы приготовить этот вампирический напиток. Так что да, увидимся там тогда. Отлично, ваш почтовый ящик, были доставлены счета 3800, мы даже не можем заплатить, поэтому мы еще будем что-нибудь здесь искать с вами, потому что, блин, ну как-то так себе с деньгами. Ой, птицы так летят странно. Так, в общем, будем все собирать, все, что видим. Кстати, мне нужно включить тогда, чтобы она перемещалась летучей мышью, чтобы это было... побыстрее, вот. Вот так давайте сделаем. Так, и главное не забыть, что мне нужно. Это плоды, самое главное. И чесночок. Надеюсь, он здесь уже поспел.
Так, вот это соберем. Так мы сюда не сходились, но, блин. Ну, в последней серии сходим. Кстати, последняя серия вообще не за горами, к сожалению. Вот чесночок. Супер. Берем его. Он нам нужен. Так. Где еще чеснок? Ой, господи, я сейчас испугалась. Пугаешь меня. Так, вот здесь у нас чесночок. Тоже мы его хватаем, потому что он нам очень нужен. Так, посмотрим, какие еще здесь растения. Ай, эти же мне надо еще. Вот эти мне надо. Кровавые плоды. Так, вот это соберем. И вот там еще, где красные глаза светятся, там тоже есть. Нет, туда мы не пойдем. Так, а где же? Вот здесь. Здесь есть дерево, вот оно. Собираем. Ой, какой красивый город вообще, просто прелесть. Вроде как у нас теперь есть все ингредиенты. Сейчас мы последнее заберем и, в принципе, можем пойти домой. И там дома еще немножечко пособираем всякие штуки, потому что, блин, ну с деньгами у нас вообще сейчас не очень хорошо. И вот здесь вот камешки. О, вот это улов! 6 штук! Офигеть! Все, летим сюда, тут это все выкопаем и сразу бежим домой. Я, если честно, не очень люблю это собирать. Это немножко так скучно, но, блин, у нас нет выхода. Плюс Калиба сейчас нет, вообще неизвестно, что как будет. Может, придется вообще жить в палатке на улице, кто его знает. Поэтому, да, не надо сейчас противиться собиранию вот этих штук всяких, потому что нам нужны деньги очень сильно. Все, еще одно. Мы нашли... Так, нужно потом продать это все дело. Все, ребята, мы домой. Так, мой ребенок что-то здесь стоит. Что такое? Все нормально, давайте мы с ним немножко поговорим. Так-с, дружелюбные. Прижмем к сердцу. Что еще тут такое интересненькое есть? Играть я не хочу. Узнаем, как прошел у нее денек. Ой, боже мой, ты меня пугаешь сегодня. Сейчас мы немножко пообщаемся с нашей... Ой, боже мой, такая прелесть, ребят. Вообще. Вот, и пойдем готовить наш коктейль, потому что у нас сегодня много дел на самом деле. Так, сделать напиток, напиток. Ёпарасете, ну вы издеваетесь, 2500. 2500. У меня нет слов просто. Это очень дешево, конечно. Давайте будем продавать, что у нас здесь есть. Ой, свидетельство о рождении, круто. Книжка есть, не думаю, что нам нужна. Продадим ее. Всякие камушки. Неплохо. Так, главное не продать то, что мне надо. Семя вот это. О, кстати, как там мои растения-то? Как тут-то ничего? Тут ничего не будет. Нет, тут... Ладно. Мне сказали, что там нужно вроде как по одному сажать. О боже, о боже, что ты там делаешь? Вот это все продаем. Ты это продаем. Ну что, готово там? Да, напиток готов, мы его берем с собой. И снова отправляемся. Мы сегодня вообще будем разъезжать постоянно. Так, мы прибыли в полицейский участок. Давайте мы постучим, чтобы нас впустили. Ой, как здесь красиво, посмотрите. А вот это вот здесь, вот это вообще великолепно, эти гирлянды. Так, давайте мы будем искать сразу Владислауса. Он по-любому здесь гуляет. Ну, естественно. Во-первых, хочу поздороваться с Джейсоном. Давайте обсудим интересы. И потом пойдем вот сюда. Приветствуем его грубо, потому что он столько принес несчастья всем. Сейчас немножко вот с Джейсоном пообщаемся, и все будет. И пойдем в общем. А он куда-то улетел. А, он прилетел ко мне. Так, ну, давайте смотреть, у нас можно уже делать. Вот только я не знаю, что будет, если вдруг мы проиграем, поэтому давайте я сохраню сейчас. Потому что, блин, вдруг это как-то... Вдруг мы перестанем быть вампирами или еще что-нибудь, знаете... Лучше не рискать. Вот, убить вампира. Здесь, наверное, места не будет, да? Чтобы его убивать. Куда-то они полетели.
Я же хочу посмотреть. Стоп, не начинайте. Ё-моё. Вот это у него лицо. А у Джейн какое лицо там? Ты где? Ну, знать тоже. Ой, я хочу это сфоткать, ребят. Все, пусть начинают. Надеюсь, что Джейн победит. Ой. Но если она не победит, я не знаю, что тут будет, если честно. Надеюсь, что все будет хорошо. А то вдруг он нам как плеснет напиток в лицо и все. Ну. Ё-моё. Как так получилось? Мы всегда побеждаем, всегда. Я в шоке просто. Я просто в шоке. Давайте попробуем еще раз. Офигеть. Мы должны его убить, ребята. Что-то он как-то сильным стал, непонятно из-за чего. Но Джейн просто неделю вот эту вот грустит. Может быть, поэтому. И, если честно, не до вот этих всех драк и всего такого. Она вообще не хочет никуда ехать. Наконец-то! Вот, ребят, смотрите, сейчас как будет круто. Давай, Джейн. Давай, давай. Вот, мы делаем вот так. И он больше не вампир. Да? Вот. Получилось. Вот так тебе, Владислаус. О, у нас энергия не очень хорошо. Пойдемте покопаем немножечко. Так, лягушек. Да, лягушек тоже пособираем, потому что это еще... Ну, можно какие-то деньги получить, потому что нам сейчас нужно заплатить за это. Счета, короче говоря. Потому что мы потратили 2500 на этот... На лекарство от вампиризма. Ой. Так. Ну, я больше ничего здесь, в принципе, не вижу. Никаких камушков, поэтому... А, вот вижу здесь один. Очень много. Ну, Forgotten Hollow мы прям хорошо пособирали. Ну, грибы вот это собирать, это вообще полная ерунда, потому что вообще там ничего... Очень дешево, в общем, это все стоит, поэтому даже не нужно тратить время на это. Так, ну что, ребят, сейчас мы отправляемся домой. У нас сегодня одни путешествия. Я вообще хотела сегодня еще поехать на суд, который будет судить Владислауса. Но что-то... Так, сейчас я продам. Блин, нам не хватает. Нам не хватает. Но у нас время поджимает. Плюс нам нужно подготовиться к тому, что мы пойдем искать Калиба. И у нас все не очень сейчас хорошо. Я хочу попродавать то, что у нас есть. Может быть, нам хватит, чтобы оплатить счета. Почему-то я думала, что мне хватит, но что-то как-то такое себе. 3800, кажется, там было, ну блин. Ну блин. Пока что нам не хватает. Может быть, вот эти продадим. Ну блин, 25 это очень мало. Ну да. Ну да-да-да. Так. Что делать? Что делать? Нам нужно что-то продать, наверное. Давайте продадим магнитофончик, потому что мы его недавно покупали. Вот эту штуку продадим, потому что мы вообще ей не пользуемся. И вот мы можем пойти и оплатить счета. А где вот эта штука, мне интересно знать. Вот она, да? Оплатить счета. Пойдемте отдавать денежки. С деньгами у нас такое себе сейчас. Плюс Калиба еще нету. Вот, в общем... В суд, в принципе, можно было бы сходить, но все, что мы могли, мы рассказали. Джейн не знает всего там про Владислауса и еще что-то, поэтому мы никуда не пойдем. Хотела поесть нормально, мы ж не можем такое есть. Нам нужно кого-то укусить. У нее уже жажда, да? Да, у нее уже жажда. Ну, пойдемте посмотрим, кого можем покусать. Вот, и плюс Джейн... таких расстроенных чувствах, что ей вообще вот не до вот этого. Смотрите, какой жирненький. Крови должно быть много. Принудительно
долго пить. Все, Джин, лети сюда, пока он не сбежал. Или уже сбежал, но она что-то пока не идет. Давай, лети скорее. Джин, что ты сидишь? Понятно, понятно все с вами. Ну, здесь всегда много людей, поэтому давайте посмотрим. Так, тоже вот жиренькая. Давайте мы... Нет, обращать мы ее не будем, мы будем долго пить. Ну, кстати, мне понравилась эта штука убить вампира, вообще классно. Можно так делать со злыми вампирами. Только нужно вот эти лекарства, они дорогие. Ой, мальчик, беги отсюда, мы как будто бы этот... Не знаю, что мы делаем, конечно. Позасирали тут весь дворик. Посмотрите, что это такое, ужас. У него, кстати, такие мудлеты. Триумф драка... Вампир излечен. Свежий воздух, кровавое удовлетворение и положительные эмоции. Ну, в общем, все у нас замечательно. Пойдемте повышать вампирическую энергию. Тёма, ты спать пошла? Ой, у неё всё что-то такое себе. Не очень. Оливия, у тебя как? Кстати, мне понравилась идея, как вы мне написали, чтобы я из детдома взяла ребенка для Оливии. По-моему, это классная идея. Мне нравится. Пойдемте с нашим малышом пообщаемся. А то он такой тут вообще не при делах. День рождения, наверное, у него будет послезавтра. Потому что я не хочу, чтобы он сильно был долго малышом. Потому что тоддлером гораздо интереснее. Так, ну давайте... Ой, что-то он пугается. Давайте его покормим на всякий пожарный. Чтобы он был сильным, здоровым. И нам нужно будет поспать перед тем, как мы отправимся в путь одни, к сожалению. Потому что Джейн такая, мадам, бесстрашная. Но она столько всего натерпелась, столько всего насмотрелась, что ей, наверное, уже просто все равно, если честно. Но жажда все равно не на 100% поднялась. У нас 14 очков, это очень много, если честно. Давайте посмотрим, что здесь интересненького. Так... гигиену не надо делать больше, защита, ну, вызов потребности у других, но это чтобы издеваться, быстро бегать и подавление эмоций. В общем, я подумаю и потом вам сообщу, что я купила. Ну, 14 очков, это очень хорошо. Так, сейчас мы это все сделаем. Я не знаю, наверное, сделаем темную медитацию для начала. И потом, наверное, поспим. Вот я не помню. Вот вампирический сон, наверное, сделаю. Так, Оливия. Нам, кстати, можно эти штуки продать тоже. Всякие шарики, которые... Давайте сейчас я продам, чтобы у нас были деньги. Ого, они дорогущие какие-то. Хотя не за так красиво смотрится. Пусть это останется. Вот колбасу продам. И вот это. А сколько это стоит? 88. Это пусть будет. Оливия, я хочу, чтобы ты что-нибудь почитала, если честно. Потому что ребенок мой спит. С кем я тут... Ого, дерево, дерево какое. Так, ты, по-моему, все прочитала, нет? Так, читать. Что у нас здесь есть? Второй том. Не знаю, ты читала или нет. Сейчас мы посмотрим. Так, у нас уже вечереет потихонечку. Так, так, так. Так, Джейна, ты куда полетела? А, все на... Вот, у нас неплохо так повышается. В планшет? Читать электронную книгу? Зачем тебе некогда читать? Мы сейчас поспим, мы уже отправимся искать Калиба, новые растения. Кстати, Оливия, знаешь, что сделай? Я тебе нашла задание. Я могу вот так вот его убрать? Ну, супер. И вот так вот. Опа, а что, посередине никак, да? Ладно, пойдемте посадим его. Бросай читать книжку, потом почитаешь. Беги сюда. Хочу, чтобы у нас была такая растенец интересненькая. Мария идет. Мария, иди дальше, куда шла. Так, дерево у нас тут спит, отлично, потому что не хочется деньги тратить на пакеты с кровью, потому что денег нету вообще, к сожалению. Так. Сейчас посмотрим, получится или нет. Так, полить, наверное, ж надо, да? Не дают ростки. В более просторном месте.
Подождите, ну, может, просто вот как-нибудь так? Подождите. Господи, еще из-за этого семечка я тут должна думать. Давайте прям здесь посадим. Иди, попробуй, посади. Мне, кстати, в комментариях писали по этому поводу, но, блин. Какая-то ловушка тут не хочет сажаться. Давай, ростки свои пускай. Ща Оливия тут сделает. Получилось у меня? Так, полить. Все, отлично. А там что-нибудь другое посадим. Волчий корень какой-нибудь. Я не знаю, мы можем посадить. Ну, тут покупать надо. У нас вообще денег тю-тю, поэтому... Ой, ну ты лужу тут развела. Так, никого нанимать не нужно. Тебе нужно поесть. У нас вообще нет ничего. А пакет сколько стоит? По-моему, 50, что ли. Так что мы пойдем искать людей. Сейчас я гляну. А что-то никто не ходит. Кстати, а ты можешь есть обычную еду? Нет, не можешь. Вот, Юки ходит, да? По-моему, так ее зовут. Пойдемте. О, не-не-не, обращать не надо. Нет, спасибо. Пить кровь. Долго пить. Все, иди пей. А я посмотрю, тут цели какие у нас. Ой, ну нам еще не скоро. Господи, мой бедный ребенок. Грустный, грустный. Сейчас все сделаем. Джейн, ты там проснулась, что ли, уже? Дай ребенку покушать. Сейчас мы откроем холодильник. Открыть. И возьмем жареный сыр великолепного качества. И вот пусть дитё моё пойдёт покушает. Оливия, ты там справляешься как-то? Да, отлично. Так что да, ребята. Сейчас мы уже отправимся искать Калиба. Не знаю, чем это увенчается, хорошим или плохим. Надеюсь, что закончится все хорошо. А я с вами на этом буду прощаться. Я надеюсь, что вам понравилась эта серия. Если так, то ставьте палец вверх. Если вы ждете новую серию, то тоже ставьте палец вверх. Хватит нагребать себе еду, багаж. Кушай. Вот. Ставьте... Господи! Оставляйте свои комментарии, мне будет очень приятно почитать. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. А я с вами прощаюсь. И всем пока-пока. Thank you.
Thank you.